Тушеная капуста. Капуста может быть гарниром для любых каш, мяса. Такие блюда очень вкусные с тушеной капустой. Для того, чтобы приготовить тушеную капусту, необходимы такие продукты. Капуста, луковица, чеснок, перец, соль, сахар, паста томатная и зелень. Капусту нарезаем тонкими полосками. Солим, перчим по вкусу. Добавляем сахара немножко. Все делаем по вкусу. Капусту перемешиваем, оминаем. Капуста пускает сок, она сочная, поэтому добавлять ничего в сковороду не нужно поначалу. Разогреваем сковороду немножко и складываем на нее капусту. Начинаем ее немножко тушить на маленьком огне. Капуста пускает сок, ничего не нужно доливать, ни воды, ни масла растительного, пока сок не испарится, пока капуста не станет мягкой. Капуста тушеная должна быть мягкой. И когда сок уже испарится, капуста стала мягкой, добавляем 2-3 столовых ложки томатной пасты и опять подтушиваем капусту. Уже недолго. Немножко добавив растительного масла. Капусту немножко потушили, и капуста готова. Подаем капусту, выкладываем в тарелку. Капуста может быть начинкой, может быть гарниром. Приятного вам всем аппетита! До новых встреч! Заходите на канал. Всего доброго! Пока-пока! Подписывайтесь на канал.